Привет, ребята. Хочу показать вам материалы, которые я приобрел сегодня. Конверт. Два конверта, значит, Египта. Город Каир, столица Египта. Это отель Garden City House. Отель, мы здесь видим, написано Каир, и написано Арабские Эмираты, ребята. Вот здесь написано имена два человека, по-моему, два араба, по-моему, отправители или что-то. Здесь на арабском, здесь на английском языках отправлено было оба конверта. Не отправлено, но написано было 100% имена на одного человека. Отправлено в Тель-Авив, вернее, написано было отправки, но я здесь не вижу, на оба конвертах я не вижу ни штемпеля, ни марок, друзья. Ну, эти конверты 30-40-х годах, это я выяснил. Два конверта Ленинград СССР. Тоже вот написано Иерусалим, в то времена Палестина, британский мандат. Оба вот конверта. Видно, что это эти конверты до 48 года. И конверт такой, Варшава, Польша, 18 января 1934 года отправлен в Израиль. Вот такие материалы, ребята. Есть много материалов, которые я приобрел сегодня. Но времени нету, надо ехать. Спасибо.